Задача номер 4 Дві однакові пластилинові кульки підвішені на нерозтяжних, невагомих нитках однакової довжини L. Які закріплено в одній точці. Одну з кульок відхилили на кут 90 градусів від вертикалі. Дивись, рисунок, і відпустили, на яку висоту піднімуться кульки після непружної взаємодії. Розміром кульок знехтуйте. Копіруємо слові задачі. И рисунок, который нам дается в условии. Итак, можем перейти к решению. Что же нам указано в задаче? Нам указано, что, как мы видим на рисунке, изначально один пластилиновый шарик отведен от вертикали на 90 градусов, затем его отпускают, он, очевидно, начинает движение по указанной траектории, врезается в шарик, расположенный внизу и потом они, слипнувшись, очевидно, вдвоем, отскочат куда-то влево. Ну, давайте это изобразим. Во-первых, принципиальный момент тот, что именно непосредственно перед моментом удара, вот давайте назовем этот шарик первым, о, второй шарик, он имеет некоторую скорость. Давайте это попробуем изобразить. То есть у нас вот где-то таким будет положение нити и первого шарика в момент удара. И он будет иметь некоторую скорость. Давайте ее назовем V. Вот изобразим ее здесь внизу. Так, скорость V. Непосредственно после того, как шарики врежутся, у нас произойдет их движение влево и вверх. Давайте укажем, что после того, как они объединятся, удар, кстати, в таком случае будет абсолютно неупругий, они уже получат некоторую скорость V1. То есть после взаимодействия у нас вот у обоих шариков уже скорость V1. В конце концов они, естественно, вместе отклонятся на какую-то высоту. Давайте это изобразим, что у нас нити отклонились куда-то в сторону. И вот скрепленные оба шарика оказались в итоге на некоторой высоте. Давайте эту высоту назовем H. То есть вот на такой уровень они поднялись. Нижний уровень у нас был в этом месте. И вот некоторая высота h у нас в итоге имеется. Теперь давайте посмотрим, что нам известно по условию задачи. По сути дела, нам известно только значение длины нити. И, собственно говоря, очевидно, через него мы должны выразить значение h, которое нам, как указано в условии, Неизвестно. Даже не будем писать дано, поскольку никаких численных значений, кроме угла в 90 градусов, мы с вами не знаем. С чего же начать? Ну, вначале у нас есть процесс движения первого шарика из верхнего положения в нижнее, вот как раз до момента удара. Для того, чтобы описывать это движение и как минимум найти, с какой скоростью он ударится о второй шарик, удобнее всего воспользоваться законом сохранения механической энергии. Давайте это зафиксируем. То есть нам необходим закон сохранения механической энергии. Что мы по нему можем выписать? Мы можем выписать, что в верхней точке первый шарик имел некоторую потенциальную энергию, так как находился на высоте L над нижним уровнем соответственно, его потенциальная энергия будет по известной формуле mgh, но вместо h мы напишем, что высота в нашем случае равна l. Плюс его кинетическая энергия. Однако в верхней точке он по условию не двигался, поэтому его кинетическая энергия равна нулю. Так и напишем. Вот эта сумма энергии, она сохраняется, и в вот нижней точке, в момент перед ударом, у нас имеется что? Вот теперь у нас шарик находится на нулевой высоте над выбранным уровнем, то есть не имеет потенциальной энергии, она равна нулю. Однако кинетическая энергия здесь уже имеется, так как у него будет некоторая скорость, вот, которую мы с вами обозначили в. Формула для кинетической энергии у нас – это МВ квадрат пополам. Что мы можем отсюда с вами достать? Ну, во-первых, давайте обратим внимание, что слева и справа масса является. Общими множителями мы можем на них посокращать. И, в принципе, мы можем выразить скорость как раз вот первого шарика непосредственно в момент перед ударом. Давайте это сделаем. Итак, скорость у нас будет равна, мы перенесем двоечку, она умножится на gl, и поскольку это была скорость в квадрате, то теперь мы должны посчитать квадратный корень как раз из 2gl. Зачем нам нужно это значение скорости? Но дело в том, что сам процесс удара двух шариков, в принципе, удобнее всего описывать законом сохранения импульса. А закон сохранения импульса требует чтобы мы с вами знали, какая была скорость движения тел. Поэтому теперь мы переходим к записи как раз закона сохранения импульса. Что мы можем написать по закону сохранения импульса? Ну, в принципе, аналогичную вещь, то есть закон сохранения энергии, только теперь сумма импульсов тел до взаимодействия, то есть до того, как они ударились, равна сумме импульсов тел после их взаимодействия. До взаимодействия первый шарик у нас имеет скорость V, мы ее с вами уже выразили, а импульс по определению равен масса умножить на данную скорость. Так давайте и напишем. Формально импульс является величиной векторной, однако давайте с вами сразу сделаем проекции данных векторов на вот изображенную ось x, то есть сонаправленную с движением первого шарика непосредственно перед ударом. У второго шарика импульса до удара нет, поскольку он просто вертикально висит и не двигается. Поэтому можем смело написать плюс 0. Чему же это все равно? Сразу после удара мы с вами уже упомянули, у нас они слипнутся и начнут двигаться вместе, поэтому будут иметь общую некоторую массу. По условию массы шариков одинаковые, поэтому их масса теперь будет 2m, и они начнут двигаться вот с некоторой скоростью v1, которую мы с вами обозначили в самом начале решения. Ну так давайте и запишем. Отсюда можем сделать очень удобный вывод. Что у нас m опять-таки является общим множителем. На него давайте посокращаем. И увидим следующее: что v у нас получилось равно 2v1. Но ну, отсюда давайте новое значение вот, скорости v1. Выразим это несложно. V1 будет равняться v пополам. Ну и сюда давайте подставим V, которое мы не зря с вами в прошлом действии нашли. Итак, это будет в числителе корень из 2 gl, но ну, а в знаменателе двойка. Для чего теперь, получается, мы с вами нашли скорость V1? Вот уже с этой скоростью два слипнувшихся шарика поднимутся на некоторую неизвестную нам высоту H. По сути дела, нам нужно решать, задачу, ну, аналогичную к тому, что мы сделали в первом действии. То есть в первом действии у нас шарик первый падал, а вот в действии третьем у нас два слипнувшихся шарика будут подниматься. Поэтому мы опять для этого процесса запишем закон сохранения механической энергии. Здесь мы имеем следующее. Теперь у нас в начале у наших двух слипнувшихся шариков нет, получается, никакой потенциальной энергии, потому что они находятся вот как раз на выбранном нами уровне. Давайте так и напишем, что она равна нулю. Но кинетическая энергия имеется, мы ее сейчас добавим. Запишем ее по известной нам формуле. Масса тела, а тела у нас слипнувшиеся, поэтому их масса 2m. Соответственно, умножить на скорость их. В квадрате, их скорость мы обозначили v1, и все это пополам. С другой стороны, вот в новом, в последнем положении, когда шарики подымутся на некоторую свою максимальную высоту, у них уже потенциальная энергия будет, и это их общая масса умножить на g и на h, которое мы с вами ищем. Но кинетической энергии в этой верхней точке уже нет, потому что на мгновение шарики остановятся, дойдя до самого своего верхнего положения. Поэтому мы пишем плюс 0. Опять-таки здесь можно обратить внимание, что 2m у нас будет общим множителем слева и справа в уравнении. Давайте его посокращаем. И мы с вами, в общем-то, должны выразить h. Мы к этому вплотную приблизились. Давайте это сделаем. Чтобы выразить h, нам необходимо g перенести вот сюда в знаменатель этой дроби. И мы получим, что h у нас равно v1 в квадрате поделить на 2g. Осталось выполнить последнее действие. v1 мы с вами нашли. Вот это выражение, его мы сейчас подставим сюда. Давайте это проделаем. Итак, v1 в квадрате. Вот это выражение в квадрате. В числителе квадратный корень у нас просто уйдет и останется 2gl, а в знаменателе двоечка в квадрате станет четверочкой. Ну и не забываем, что еще в знаменателе у нас должно присутствовать 2g. Выполняем сокращение, как раз на 2g на общий множитель в числителе и в знаменателе мы можем посокращать, и у нас остается l разделить на 4. Мы сделали то, что планировали, мы выразили неизвестную нам высоту через единственное данное в условии, то есть через наше l. Это и будет конечный ответ. Давайте посмотрим, есть ли такой вариант ответа в условии. Такой вариант ответов есть, он у нас располагается под буквой B. Давайте выделим его желтым.